Рада приветствовать эту камерную компанию, которая собралась здесь. Я вижу знакомые лица даже. Очень приятно. Прошу еще одно стихотворение. Таинство сценопись ленты. Душа выражается телом, поклон. Плещутся в зале аплодисменты, и красным горит семафор. Кажется, будто все там же на сцене волхвы развели костер на горе, и каждый сегодня на этой арене смог от него прикурить в стороне, стать светлячком внутри океана, ворвавшихся боссов плясать по траве, чтоб из забор и шатров на подобие вулкана вокруг озарялся огнем в вышине. Заливом плыть по течениям ритмов, руки, как крылья, пускаю по ним, невидимой нитью вдоль лабиринтов виться, стремясь то к одним, то к другим. Нежный покой. Оно как раз сочинилось по впечатлениям от платформы прошлого года. Оно называется «Сценопись». Дороги, но все они столь далеки. Хлопотность сердца приносит тревоги. Смотри же, как волны в глазах глубоки. Как волны кучны в слезах пилигрима, далекого столь от мирской суеты. Не для себя и других вечерами играть он выходит над бездной морской. Над черной дырой он иными словами вовне изливает душевный покой. Галька впивается, стирает кровь в пятки, звезда прожигает пучином вот плешь. Сяду послушать, устав играть в прятки, оставив на замке песчаном свой след. Море и небо, небо и море сливаются гладью в единый простор. Я и не я, соринкой во взоре, я таю, вплетаясь в узор подо мной. Личность, она исчезает, и духом свободы наполнилась звуков летающих даль. Так просто парить вне законов природы и счастьем парить ту земную печаль. Спасибо, это был покой пилигрима. У нас получился такой зиптик, скажем, на тему умиротворения, да. Там все равно их общая тема объединяет, так что я думаю, на этом закончу. Кристина Усова, аплодисменты. Спасибо. Ее книжку вы увидите когда-нибудь где-нибудь. Везде. Спасибо. Я приглашаю Аню Веселовскую на эту сцену.